city of dreams, living your grave. You're living your grave. City of dreams, city of gang, gang. И мы продолжаем играть в Киберпанк. Собственно, у меня было очень большое желание переиграть тот момент с агентом, но я не стал. Но, в принципе, суть выбора нам будет видно дальше. А если бы мы с ними согласились, то лишь бы подрались с теми животными, и как-то дальше было бы, наверное, спокойней. Но, в принципе, выбор уже сделан. Время действовать. Так. Загрузка пока все еще идет. Ну, вы там ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Сейчас. О, там, где мы остановились. Здорово. О. Я буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Сядь. Не рыпайся. А, точно. Клуб Атлантида на Сити. Сильверхэд! У меня тут счет с твоим автографом! Ты видел бестию? Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Только я тебя прошу, не мешай его с чувством. А что, ты пробовал? Так, ну, погнали. Ёбаный в рот. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Ты видела, с кем он разговаривал? Мне нужно имя, и все. Джонни! Этого хватит, чтобы... Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Давай. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу этот город. Этих скользких фиксеров. Только спросить. Этот ёбаный бар. Джонни. Я тебя не знаю. Это не проблема. Главное, что все знают Джонни Сильверхэнда. Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. У меня тоже есть для вас заказ. Срочный. Но я заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый раз он... Значит, в этот раз. Будь умнее и возьми деньги вперед. Ну так, сколько, Рокер? Дело связано с Арасакой. Я пойму, если вы не возьметесь. Хотел заинтересовать. Получилось. Если ты хотел получить скидку для друзей, это не ко мне. Да ладно. Вы же только ищете повода устроить махач с корпоратами. Так-то да, только не за даром. Такие приколы только для рокеров. Это важно. Называй цену. Ага. Или у тебя денег как грязи, или ты нас уже мысленно похоронил. Короче, Рокер, пойдешь с нами. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхэнд,
Пойдешь с нами. Хочешь отвезти меня к Альт? Так я и думал. Когда мы закончим, хоронить будет нечем. Ты все так же популярен. Пистолет у него топчик. Забыл, это не наше время, не полутаться. Вертолет? Серьезно? Несем вот большие потери! Мне этого не хватало. У нас потери! А что это? Во! Получай. Да бля. Продолжи через секунду. А, это наши свои. Это пока только разогрев. Круто. Ну вот так, это что было? Со мной? Да ладно. Сколько тебе еще ждать? Я тут немного занят. А, вы кнопку нажать не можете. Друзья, ну что? Будет еще больше, поверь мне. Ты что, брутальный такой, да, мужик? Самобрутальность. Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист. Ты не знаешь. Я прикрою. Так, ну погнали. Либо враги, но маленького левела, либо пистолет реально мощный. Хотя по 1500 урона нехило. Эй. Взял меня, сбил. Скорей! Валим отсюда. Получайте. Нормально. Четко просто. Че так медленно? У нас машина горит. Вызывай пожарных. Я слишком горячий для нее. Слышишь? Пожарных вызывай. Ну вот, кажется, и все. Брошим где-нибудь машину и поболтаем. Что дальше? Держишься? Крыса корпоратская.
кого нам надо вытащить из Арасаки? Нетранершу из ITS. Альт Каннинген. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да, отвлечем их. Немного пошумим. Я звоню Нэнси. Она знает, как собрать толпу. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Четко. Нехилый такой музончик. Не знаю, слышите вы его или нет. Но мне сейчас самурай тут играет. Роцк. Роцк. Эй, а Роцк? Где Роцк? Верните Роцк. Это что, все? Я хочу Роцк. Эй! Роцк! Где Роцк? Да все, закончился, представляете? Вот этот концерт. Ого, продолжение что ли? Пойди звук. Что происходит? Типа по ушам, что ли? Или это авторская музыка просто? Количество человек, пострадавших во время беспорядков, по-прежнему остается неизвестным. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Вот это Тима просто. Вот это класс, ребят. Ты что, снимаешь все это? Да? А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, короче, у нас мало времени. Пусть так, но рулю операции лично я. Центральный компьютер. Так, надо лучше его найти. Уж ты мне поверил. Я меня сейчас убью! Конечно. Без лишнего шума. Это видите? Чем по-быстрому. Вижу четверых. Иду сюда. Приготовься. Внимание. Нам сюда идут. Вперед! Не тормози! Всегда готов. Что, еще кто-то есть? Где-то. Пялится там сидит. Окей. Есть так еще кто? Никого? Нет? Так, и хорошо. Мы победили. Должно быть где-то здесь. Мне нужна помощь! Сейчас начнем. Натурально. Вот и все.
Я прям терминатор. Дай-ка я. Ах ты, сука! На-ка. О, теперь понимаю, почему мы его взяли. На-ка, шмака. 3, 2, 1 Чик! Где? Отойди оттуда. Чё, смешер, давай. Рот на замок. Он на меня напал! Берегись! Вот это баг. Опа. Там наша подружка. Да кто враг? Быстро, быстро! Стреляй, стреляй, я сейчас! Вперед. Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям. Альт. Альт, нет, только не это. Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это все, что мы можем. Рассказать людям правду. Не изменишь. Она не... Джонни! Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Она умерла. Как я понимаю, нет. Ее бы тогда не искали. Может, она тоже инграмма? Возможно, возможно. Да, здорово. Говори, а то лопнешь. Вау. Тебе тогда не присвоили звание мудак года? Да ты, блядь, про что сейчас? Про Альт. Ты всегда так себя вел? Поговори еще тут про Альт. Ты чё, блядь, другой флешбэк смотрел? Да я ради нее разъебал Арасака Тауэр. Интересно, зачем? Правда? Ты же ее, считай, послал. Сказал, что нахую ее вертел во всех возможных смыслах. Ты вообще слышал, что она мне говорила? Могла ведь просто... Слышал. Да нет, сперва по яйцам вдарила. А ты никогда не думал, что она права? Защищаешь ее? А что так? Ты теперь борешься за женскую солидарность? А вот уж кто бы говорил. Это в каком еще смысле? Вспомни, каким ты был в 20-х. Неужели ты ничего не понимаешь? Нет. У меня какое-то дежавю. Ты такой же идиот, как она. Почему тебе ебет, что было в 2020-х? Потому что ты ее ищешь. Чтобы попросить о помощи. И вообще, ты тут как бы не один. Мог рассказать и раньше, про Альт. А что бы это изменило? Я не знал, как ее найти, и ты тоже. Ну, я бы узнала, кого мы ищем. Уже стало бы попроще. Только как в итоге Альт нам поможет? По-моему, ее убили. Она не умерла. Она ушла. Сбежала. Ну, я же видела... Она ушла от них в сеть. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. И? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше ее не искать.
И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Думаешь, Альт еще жива? 50 лет прошло, а ты все это время сидел в Микоши. Дозор мог уже давно ее выследить. О, они пытались. Корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному ИИ, который знал, как думает человек. Пока они искали ее в Хрустальном дворце, она строила ебаный город духов для Кантао. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто, чтобы найти Альт и поговорить с ней. Ты, наверное, не потянешь. Какую доску ты вернулся? Что за доску? Сейчас будет жесть, да? Мы же это, договорились с чуваком из дозора. Наверняка устроится жесть. Там мясорубка будет. Ой, нам еще с этим драться. С плацидом или как у... С дядькой, который нам вирус засунул в систему. А могли бы как-то просто врезать ему в другой альтернативной реальности, где мы не договорились с чуваком-любителем РДР. Кстати, а мы могли бы его просто убить? И вообще не договориться ни о чем. Ну да ладно. Минуту. О, вы еще живы? Так что, у нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. За черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. Я выполнила свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты одна перенесешь код на ту сторону. Видимо, выбор у меня небольшой. Але. Как мне перейти на ту сторону? Брижит! It's a magic. Что происходит? Где мы? Айт! О, здорово. Джонни. Тебе нельзя здесь оставаться. Альт Каннинге. Джойс, я по атаке Нетвокла. Брижит, что происходит? Они взломали наши борды. Мы не имеем к этому отношения. Дозор. Что? Жух, минус вудуисты. А мы все равно с ней здесь поговорим. Дозор меня не достанет. Это правда ты. Так что это было-то вообще? Ты не смогла их просто убрать? На этот раз дозор хорошо подготовился. Сука, наверное, Мосли постарался. Блять, это я привела сюда дозор. Их агент, наверное, подкинул мне трекер, по которому они нас выследили. Ага, сделал вид, что удаляет вирус вудуистов, а сам заменил его на свою херню. Так они и добрались до тебя. Это не имеет значения. Вся подсеть была уничтожена. Альт, если ты вытащила нас оттуда, значит, у нас с тобой все нормально?
Ты на меня не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви — это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт — это Ви. Ты должна спасти ей жизнь. Этот чип постепенно меня убивает. Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети. Я вижу. Почему ты считаешь, что мне это важно? А хули нет-то? Это ты создала душегуб. Ты вручила Арасаке ебучее супероружие, которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт-Сити. Ты погиб исключительно по собственной воле. Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой. И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да. Альт Каннингем, которую ты пошел спасать в Арасака Тауэр, больше не существует. Ты должен знать это лучше всех, потому что ее смерть на твоей совести. А кто ты тогда, если не Альт? Я пользуюсь данными ее энграммы. Круто. В ее энграмме написано, что она была равнодушной сукой. Ладно, я поняла, ты ненавидишь Джонни. А что насчет меня? Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. Интересно. А Брижит говорила, что может меня спасти. Вудуисты тебя обманули. И почему же я не удивлен? Ну, так ему надо что тогда. Что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Погоди, то есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы, будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда все будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. Альт, пока ты не ушла, нам надо поговорить. С глазу на глаз. Нет, это представляется невозможным. Печально, но с другой стороны, стороны, вудуистов не жалко. Они нас, получается, уже дважды обманули, киданули ради своих интересов, да можно сказать, даже трижды. Так что, как бы, минус банда, ничего. Сейчас плациду еще хух-хух-хух набьем. И главное, чтобы этот трекер-то из нас удалили. Ну, или он там, Альт уже это позаботилась, надеюсь. И все будет чики-пуки. А то агент нас тоже, получается, обманул. Даже не знаю, какой вариант был бы лучше. Так. Но мы живы еще. Класс. Даже я бы лучше не придумал. Собаки, собачья смерть. Я тоже рада такому повороту, но нам пора сваливать. Да, остался же еще этот мрачный хер. Точняк. Ну хоть ты больше на меня не дуешься за то, что договорился с корпоратом.
Уже хорошо. Подбираем лут. Вау, новые предметы получены. Собираем это всякое. Что тут у нас есть еще что-нибудь? Лут. Отлично, сейчас насобираем лута. Я видел тут что ли? Нету. Давайте просочимся, может нет. Ладно, пошлите на выход. Так, погнали, что? У нас не хватает навыков. Так. Идите, проверьте туннель. Ах вы. Где вы? Хороший пистолет нам дал тут агент еще. Ах, хватит. Надо бы его уничтожить, этого пластида. Ничего себе пистолетик. Я даже читать не успеваю, если честно. Давайте закилим все. Хороший пистолет, мне нравится. Он, если что, легендарный. Чтобы все в порядке. Где ваш плацит? Что у вас так много выжило? Очечки. Лишнее разберем, ну, плацит. У нас память слишком плохая. А можно его обойти? Тогда? На, получай. Пуль. Я хотел просто на нем отыграться, ребят. Короче, гранату тратить, как и на него. Давайте ему еще туда кинем две гранатки. Все, кайфанул. Хочу, чтобы он точно не ожил. Извините за мою паранойю.
Так, ну, погнали. Так, ну что, погнали на улицу. Ой, опять сбой. Нужно таблетки принять. Джонни? Джонни? Смотри, Грег, смотри. Видишь? Пидорасы, блядь. Если ты хочешь что-то сказать, говори. Я же вижу твою инграмму, что ты грызёшь. Я все это время разбирался, что у тебя в голове. Пытался понять, с кем имею дело. Сперва я подумал, что тебе просто не везет. Но потом до меня дошло, в чем твоя проблема. Ты всегда была винтиком в корпоративной машине. Когда тебя выпиздили из Арасаки, оказалось, что ты способна только отстреливать мусорщиков. Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом. Но это как раз логично. Ты видишь фрагменты моих воспоминаний, я твоих. Если честно, я боюсь, что начну принимать твои воспоминания за свои. Если это работает в обе стороны, то и мне придется жить с тем, что ты Шон меня поимел. Как тебе живется в моем теле? Ну, все или слишком большое, или слишком маленькое. О гормонах я вообще не говорю, ты гребаный пиздец. Особенно раздражает этот лаг между зрением и осязанием. Ты откусываешь кусок пиццы, а я только через 100 лет чувствую, что ты сожгла себе все небо. И еще, вот раньше я курил по сигарете раз в 5 минут, и теперь чуть ли не на стенку лезу без никотина. Короче, привыкаю понемногу, но ощущение так себе. Слушай, как думаешь, а я замечу изменения? Или просто в какой-то момент удивлюсь, что когда-то их боялась? Я так скажу. Худшее, что можно сделать с человеком, это уничтожить его личность. Можешь сказать, зачем я тебе? Какая у тебя цель? Чтобы свести счеты с Арасакой. Больше ни зачем. А по-моему, Джонни, ты решил идти против Арасаки, потому что сам не знаешь, чего ты хочешь. А ты смешная. Мне пора. Удачи тебе. Внимание! Где-то в месте был потерян контакт с транспортом. По шкале от 1 до 6? Хорошо, буду искать. Это тот баг, ребята. Я тебя перезагружу, а то Деламейн тебя ищет. Кого и вот. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. А кого и вот-то? Кого я перезагружу? Где он? Ты? Кого-то перезагружу я. Там коллектаблс. Вперед. Так. Ну, честно, я не вижу. Здесь доломай нам скорую машину. Ладно, ребят. Погнали. О, еще что-то лежит. Возьму. Окей. Ловите склейку тогда уж. Привет, Джуди, что такое? Ви, ты можешь ко мне приехать? Случилось что-то? Да. Приезжай. Да, приедем, но в следующей серии, собственно говоря. А сейчас я хотел заняться некоторыми делами. Собственно, я решил закончить данную побочку, которую мы как-то начали. Так. Обожаю здесь навигатор. Просто тащусь, ребят. Самый лучший навигатор. Так, а нам сюда.
Так. Отлично. Пришли. Что там у нас идет? Что есть хорошего? Выбирай. Так, и чего? Что нам за награда-то? Допустим. Это что ли? Где награда-то? Так, тут. Где нам награда? Что нам надо забрать-то? Извини. Так. Журнал. Забрать награду. Так. Награду чего? Скажите, что это операционка. Базовый объем памяти 9. 15. 15 уже поинтереснее. Но что за награда-то? Ладонь. Так, все-таки это была татушка, но... По сути, у нас на руке больше нет той огромной черной штуки. Давайте посмотрим, против кого мы имеем дело. Их разыскивают. Нет, я не хочу умирать. Вы в порядке? Так, мне ваше оружие тут не нужно. Что у вас есть? Прочный длинный плащ, неплохо уже. Тебя что? Какой-то прицел. Нам прицел не нужен. Ладно. Погнали дальше. Так, собственно, я решил вернуться, чтобы вернуть долг. Что-то с мини-карта не так. Здесь же, да, можно пройти. И это глюки. Тут, кстати, где-то Таро нарисовано. Прикольно. Ну, здорово, Вик. Я наконец-то наскребла денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне. Нет, с собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни Эни. Для того и нужны друзья. Слушай, ты не смейся только. Я в городе видела кое-что странное. Ну, типа... Рисунки на стенах, но только не настоящие. Ага. Ну, бывает, Кироша глючит. Давай гляну. Нет, 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 это не глюк. Рисунки слишком сложные. Они типа как символы. Ну, значит, проблема в биочипе. Мозг не справляется с объемом данных, вот и глючит. Либо данные ебашат прямо в кору. С этим можно что-то сделать? Не, ну разве что как-то избавиться от биочипа. Эй, Вик, что за дела? Я с тобой поболтать хотел. Так, тут что-то было.
Хук слева, сигнал для боксеров. Что это тут у нас? Так, там перемещалка сверху. Окей. Как нам теперь подкачаться? Я подумываю поменять хром. Есть что новенькое? Есть кое-что. Ну, погнали. Опа, оптика. Итак, продолжаем исследовать мир киберпанка. Просто тупо пошлите сюда. Чё это? Тропешник. Ух. Берём. Собственно, для тех, кому интересно, где это находится, это находится вот здесь. Собственно, рядом с ТП-шелкой. Неплохо, неплохо так. Класс. Ну, погнали дальше. Так. Ребят, собственно, вот тут, где сейчас вам показал, находится тоже довольно-таки интересная вещь. Где-то здесь. Давайте изучим. Угу. Так. Окей. Все, кое-что попробуем. Некоторый баг. Смотрите. В общем, если хотите самую лучшую легендарную броню, сохраняйтесь, когда ее нашли, если она вас не устраивает, и перезагружайтесь, пока не получите более лучшие характеристики и 4 ячейки. Эй, Ви, это Фрэм. Из Арасаки. Помнишь меня? О, конечно, помню. Привет, старик. 100 лет с тобой не... Дослушай меня до конца, пожалуйста. Абернати устраивает чистку. Кто недостаточно лоялен, всех забыт. Я в списке. Причин не знаю. У них, как обычно, пленных не брать, бить наверняка. Сидеть сложа руки я не буду. Сейчас я собираю на нее компромат. Пущу ей жизнь под откос. Все документы лежат в тайнике. Если я не успею ими воспользоваться... Ты получишь это сообщение и координаты. Ты разберешься, что с ними делать. Твою ж мать. Прикольно. Я спрятал его под мусорным контейнером. Точные координаты во вложении не подведи. Прикол. Собственно, вот, смотрите. Касаемо данного предмета. Он пока нам недоступен. Требуется уровень 18. Но в нем, собственно, есть, получается, 3 ячейки и 1 пустая. Так что вот так вот. Весьма полезно. Мы перезагружались. Ну что ж. Окей, движемся дальше. Как бы. В этом видео в этой серии я еще хотел добыть одежду Ви из трейлера и машину Ви из трейлера. Но я пока не дорос до этих миссий, собственно, опытом. Но курточку я знаю, где можно достать другим способом. Но туда предстоит очень сложный паркур. По сути, там есть некоторые интересные тактики вещи, одежда, предметы. Возможно, мы туда попадем дальше по сюжету или на какую-нибудь миссию, но какого-то другого туда входа люди не обнаружили. Я об этом слышал. Так,
моим соседом очень интересуется. Давайте все-таки выясним. Сейчас они что-то не стучат, но давайте спросим. В чем дело? Я живу этажом выше. Вот и живи себе. И лезь не в свое дело. Заткнись, Мендес. С соседями надо поговорить. Я могу вам помочь? Возможно. Ты Барри знаешь? Ну так. Здороваемся иногда. Он друг наш, служили вместе. Недавно вот уволился. Ушел, когда потерял лучшего друга. Вот боимся, как бы глупости не наделал. Расслабься ты, Петрова. У Барри стальные нервы. Просто он злобный старый хрен. Мендес! Может, проведаешь его, когда он успокоится? Ладно, почему нет? Мы все равно рядом живем. Спасибо. Только будь терпимей. Он бывший коп в депрессии. С ним непросто. Сделаю, что смогу. Эй, Барри, у тебя там все нормально? Молчание, знак согласия! В другой раз зайду. Вот прикол. Ну, ладно. Опа, что это? О, карта Таро. Что у нас, собственно, тут на этаже есть? Это что? Листочек, который собрать нельзя. Комната, в которой пройти нельзя. Так. Накормите кота. Почему? Почему? Все, у тебя проблемы! Слышишь? Большие проблемы! Что это такое? Татуированная игла. Кошмар. Спасибо тебе. Да не за что, я тут так смотрю, что у нас тут на этаже происходит. Нельзя туда выйти, жалко. Так, чё? Ничего себе, девчонки на помойке валяются. Мечка, наверное, чья-то. Так. Собственно, что у нас тут еще есть? В принципе, ничего нового. Зайдем домой, положим пару ненужных вещей в хранилище. Думаю, будет полезно. В смысле, новая зона, как будто тут никогда не было. Что звуки такие? Ладно, погнали. Так, давайте ляжем спать. Тут наш персонаж вообще не спит. Что произойдет, интересно. Кто так спит вообще? Как бы на подушке надо лежать. Типа, ну ладно. Допустим. Так. Что-то все напуганные какие-то. Я ничего не перепутала? Ну кто там? Это я, Ви. Соседка твоя сверху, помнишь? На днях про машины трепались. Ты нахваливал Мидзутани Сион, а я сказала, что это говно для позеров. Помню, тебя шаболду забудешь. Ты на меня так посмотрел, что мне захотелось в пустошах сныкаться. Помню, да. Чего тебе? Просто поговорить хочу. Тебе сейчас это нужно, хоть ты даже себе не признаешься. Потерянного не вернешь, но я могу тебя выслушать. Ты просто знаешь, что ты не один. Я не понял что-то. Минутку.
Мы едва знакомы, но ты заваливаешься ко мне поболтать о моих проблемах. Откуда идея, что мне нужна помощь? Ты за мной шпионишь? Кто тебя подослал? Ладно, ты меня раскусил. Друзья твои попросили тебя проведать. Вот я и пришла. Ты же нормальный парень. Ну, подумаешь, в тачках не разбираешься. Большое дело. То есть за пиздюлями вернулась? Блин, с тобой поговорил и реально полегчало. Может, засранцы-то мои по правде за меня переживают. Ладно, заходи. Поговорим, раз тебе не имется. У него чем-то голос на высоком похож. Че у него в хате-то хоть есть? Есть что? Лук какой? Интересный. Сканирование. То есть ему тут. Опа, что это? Он не будет против? Ты это брось, хорошо? Сообщение через файлы. Взламываем. Только пришли, порылись у него тут дома. Ничего нет? Ладно. Я тоже потеряла друга. Самого близкого, самого лучшего. В смысле тоже? А, это ты про Эндрю. То есть они тебе сказали. Он был мой самый близкий, самый старый друг. Он всегда готов был меня выслушать. А больше друзей у тебя на службе нет? Ну вот, Петрова, Мендес. Петрова хорошая баба. Но ей этого всего не объяснишь. А Мендес, а вообще дубина. Он думает, что нам копам слабость не прощается. Но убили мальчишку, это жизнь. А кто раскис, тот сопля. Но про Эндрю ты ему рассказал. Тебе правду? Я много об этом думал. Короче, Петрова и Мендес знают далеко не все. И это к лучшему. Расскажешь, как погиб Эндрю? Не то, чтобы погиб. Он умер от старости. Ну, а что ты хочешь? Он на пару лет младше моей бабки был. От старости? В Найт-Сити? Да ему памятник можно поставить. Чтобы весь город знал, что такое бывает. Да, смешно. Достаточно урны в колумбарии. Выходит, Эндрю был тебе даже не друг, а почти как дед родной. Ну, не знаю. Не то чтобы дед, и он был вроде как, не знаю, ключиком к прошлому. Вот. Глядя на него, я... вспоминал детство, бабулю мою, как мы с ней болтали, смеялись. В то время все было хорошо, понимаешь? И Эндрю, он был вроде как последний тому свидетель. Мендес просто нихера не знает о жизни. Предел есть у всех, даже у него. Просто он к нему еще не подобрался. А если он прав? Может, я и правда мямля, слабак... Сопля. Выживает ведь сильнейший. Это нормально горевать о потере. Легко терять то, что тебе недорого. Наверное. Хорошо поговорили, но мне надо побыть одному и подумать об этом. Конечно. Береги себя. Найти нишу Энди. Какую еще нишу? Каких врагов? А же тот, что лежит.
Ладно, не понимаю я, про какую нишу говорят. Идемте. Слушай, что здесь вообще происходит у вас? А, стоп. Так нас показывают. А куда-то хоть ехать далеко? Че, игра даже не показывает? А, аж до туда? Ну, в общем, прикольно. Ладно, ребят, что я думаю? Думаю, на этом серию можно заканчивать. Продолжение, собственно, данного квеста, а затем поедем к Джути. Она хотела с нами о чем-то поболтать. Разберемся с этим. В общем, всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны. С вами был Ордер Проджект. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока.